Здравствуйте! Сейчас вы увидите программу о красивых людях. А когда Брижит Бардо было 30 лет, она приносила своей стране валюты больше, чем все вместе взятые автомобили Рено. Так что красота по своей силе может тягаться с лошадиными силами, заложенными в моторах автомобилей. Общественные места ведь зачем посещают? Чтобы на других посмотреть и себя показать. В этом смысле первый фестиваль российских домов мод несколько нарушил пропорции народной мудрости. Себя показать удалось только тем, кто находился на подиуме. Взгляды были устремлены именно туда. Хвала организатору ростовской компании «Норадон». А на себя посмотреть вы сможете сейчас по телевизору. Фестиваль открыл показ коллекции Натальи Порецковой, московская фирма «Тетрамод». Среди клиентов фирмы Валентина Толкунова и Татьяна Михалкова. А у нас, на юге России, модельер представила коллекцию под названием «Восточный синдром». Москвичка Ольга Моисеенко, творческая мастерская «Канонит», предпочитает работать с натуральным шелком и так называемой «вышивкой на теле». Именитые клиенты Ольги – Ирина Понаровская и великая княгиня Леонида Романова. Особый шик – кожаные купальники. Они весьма кстати зимой в зданиях из стекла и металла. Наша кожа должна чувствовать себя тепло и эротично в чужой коже. Коллекция ростовчанки Натальи Чекмарёвой, главы дизайн-центра «Санрейн». Госпожа Чекмарёва и компания «Норадон» – организаторы первого фестиваля моды в Ростове. Итак, коллекция вечерних платьев для маленькой леди. Юная леди уже догадывается о своих достоинствах и понимает, что мужчины будут откровенно смотреть ей вслед. Что же касается моделей, то госпожа Чекмарёва ценит в них. Чтобы они были светлые, высокие. И чтобы в глазах у них была какая-то искорка и любовь. Среди российских домов мод трубе особенно приглянулся замок Людмилы Джа Якушиной. И ни одной трубе. Чувства некоторых из присутствовавших фей и троллей тоже пришли в волнение. Мода, которая будет будить воспоминания о природе, о леди, о лесе, какие-то фантазии, которые человеку присущи, без которых он не может жить, потому что человек вышел из природы, и он не может оторваться от нее. И живя в каменных мешках, он мечтает и о лесе, и о лебедях, и об озерах, и ему снятся сны замечательные, он видит сказки и фантазии на эту тему. Ну, скажем так, что это такой выплеск мечтателя, горожанина, его мечты о природе и о таинственных замках. Московские гости использовали ростовских моделей. Людмила Джа Якушина привезла как счастливый талисман свой пятый элемент. Я делаю эту коллекцию, попадаю именно в этот замок. Все, я гуляю там по паркам. Скажите, а как вы пришли в модельный мир? Да, в общем-то, я не приходила, привели. Привели и работаю до сих пор. Что это, вы были маленькой девочкой, вас за руку или как? Да, у меня мама была моделью, бабушка, я модель. Как известно, пророчество Кассандры, хотя и слушали, но не слышали. Обаятельная Оксана Красиловец оказалась в роли Кассандры. Обратимся к архиву программы «Труба». Ну что же я вижу, когда открываю ростовские рекламные издания, газеты и журналы? Я вижу вырезанные фотографии из «Космополитен», других известных журналов, западных моделей, Клаудию Шифер, других моделей. А почему? Ведь наши ростовские девушки действительно очень красивые. Поэтому я хочу обратиться с такой просьбой. Сейчас в России признаком хорошего тона считается поддерживать все русское. Поэтому давайте поддержим также и русских моделей.
если у девушек не будет сегодня работы, то завтра они уедут все за границу, и мы лишимся российской красоты. Одна рекламная фотография Клаудии Шиффер стоит 30 тысяч долларов. И это только за зарплата самой Клаудии, не включая съемочный процесс, фотографов, стилистов и всего прочего. Поэтому, прежде чем вырезать вот фотографии из какого-то журнала, все-таки подумайте, может быть, вы обратитесь в модельное агентство, и рекламным лицом вашей компании станет наша российская модель. Кто знает, что думала Наталья Ветлицкая, когда пела «Плейбой, клевый такой». Был ли это реальный мужчина, или же это был журнал «Плейбой»? Клевый журналист Кирилл Житенев на процессе «Журнал «Плейбой» против газеты «Вабанк». Какие ассоциации у вас вызывают два словосочетания? Журнал «Плейбой» и права авторские. У меня лично в сумме никаких. Но 19 февраля мне пришлось пойти на судебный процесс, где вот эти два словосочетания должны были встретиться и выяснить друг с другом отношения. Оказывается, журнал «Плейбой», сам того не подозревая, очень любит, уважает и даже собирается защищать авторские права. Правда, делает он это не сам, а с помощью своих друзей. Слава богу, у журнала «Плейбой» есть друзья. Это национальное агентство по защите авторских и смежных прав. Они-то знают, что журнал «Плейбой» обидели. Причем не где-нибудь, а у нас в Ростове. Еженедельник «Вабанк» по-ростовски опубликовал фотографию Николая Кофоменко, которая ранее была использована журналом «Плейбой». Национальное агентство по защите авторских прав решило, что это и есть как раз тот самый случай, когда можно под благовидным предлогом содрать с комсомолки на Дону, учредившей Вабанк по-ростовски, кругленькую сумму. Представители истца были настолько уверены в своем успехе в арбитражном суде, что просто пришли и рассказали, как они будут делить требуемую сумму. Однако, как выяснилось, для арбитражного суда было много неясностей. На все вопросы, которые задавал судья, вразумительного ответа не последовало. В результате заседание было перенесено на 15 марта. Посмотрим, как будут развиваться события, хотя у меня есть подозрение, что истцы вряд ли добьются желаемого. Впрочем, процесс только в начале своего пути. Не секрет, что в Ростове одно из самых популярных мест отдыха – диско-клуб «Биг Саунд». Именно сюда, к огням ночной дискотеки, стекаются десятки автомобилей и сотни гостей клуба. Здесь кипит ночная жизнь, торжествует империя развлечений. В королевстве большого звука нет места скуке и однообразию. «Биг Саунд» – это череда вечеринок, роскошных праздников и модной музыки. Интересные гости, обилие конкурсов и призов, дефиле красавиц в изысканных нарядах, искрометный юмор – все это по достоинству оценивается элитной публикой. Лучшие диджеи и шоумены города, сладкоголосая ведущая мужского стриптиза, аборигены клуба «Бон» и «Клайд» всегда рады пообщаться с вами в «Биг Саунде». Каждый месяц в «Биг Саунде» проводится свой день рождения собратья по зодиакальной принадлежности. В этот вечер особо отличались водолеи. На лицах виновников торжества красовался их родной знак, нанесенный кистью известного художника боди-арта Владимира Осипова. Кроме дискотеки, в «Биг Саунде» состоялась демонстрация модной одежды от торгового дома с экзотическим названием «Фараон». Гости клуба познакомились с коллекцией женской одежды и вечерних платьев, мужскими костюмами производства австрийской фирмы «Фараон». Большой интерес у публики вызвал также коллекция джинсовой одежды торговой марки «Мотор». Брюки, комбинезоны, жилеты и рубашки – все это супермодное и высококлассное. В одежде от фирмы «Мотор» можно превосходно чувствовать себя в любой компании и в любое время года. Далеко не все модели смогли продемонстрировать в этот вечер очаровательные манекенщицы и статные модельмены. Всю коллекцию в любой день недели можно увидеть по адресу Ворошиловский, 57, в торговом доме «Фараон».
числу хороших новостей недавно прибавилось известие о том, что теперь клуб «Биг Саунд» работает ежевечерне с 20 часов, а днем здесь можно по достоинству оценить отличную европейскую кухню. 19 марта клуб приглашает на праздник всех родившихся под знаком рыб. Гвоздем программы станет бодибилдинг-шоу. Великолепные парни из Ростовской ассоциации бодибилдинга под руководством неоднократного призера престижных турниров Валерия Локтионова продемонстрируют гостям праздника свою мощь и красоту. Приходите в Big Sound 19 марта. Вам понравится. Что мы хотим? Чтобы мир стал красивей. Что мы делаем? Осуществляем проект ТВ-модуль. Знакомьтесь, это наша студия. Это стул, стоящий в нашей студии. А это девушка, сидящая на стуле, стоящем в нашей студии. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я участвую в проекте ТВ-модель. Видите, это умелые руки стилиста Натальи Ефремушкиной начинают преображение нашей героини. Мы предлагаем вам вместе с ней отправиться в удивительное путешествие. Мне кажется, важно в наше время уметь подавать себя. Это важно и для карьеры, и для того, чтобы продолжать нравиться любимому человеку. Когда сидишь с подружкой на кухне, кажется, что это очень легко. Пройти по подиуму под взглядами тысячи глаз. Мне любопытно попробовать все самой, ведь живешь-то только однажды. Я думаю, что модельный мир как раз и дает возможность проверить свои силы и развить мой природный вкус. Если о вкусах говорить серьезно, то я не очень люблю отпетых мошенников, зато обожаю Константина Кинчева. Я не знаю, как сочетается любовь к Кинчеву и любовь к мороженому, но во мне все эти две привязанности легко уживаются. А если вы спросите, кого или что все же я люблю больше, то я дипломатично отвечу: черно-белые фотографии я предпочитаю цветным. Так что и вы можете посмотреть на меня в цвете или переключить свои телевизоры в черно-белый режим. Вот так, спасибо. Роскошный, таинственный, волнующий. Все это мир моды, карьеру в котором вы можете начать уже завтра. Программа «Труба», модельное агентство «Image Elite» дают вам шанс попробовать себя в роли модели. Звоните 66 93 86 32 24 65, абоненту 1004. Это я, «Труба». А топ-модель Ростова Алена Шкиренкова расскажет вам о новостях подиумной жизни этого города и модельных агентствах. В последние числа декабря в эксклюзиве состоялся один из самых ярких за последнее время показов одежды, причесок и макияжа. Между прочим, и я принимала в нем участие. Так вот, работающие в этой студии стилисты Наташа Волошко и Игорь Арапов уверяют, что эти показы будут сезонными, чего бы мне тоже очень хотелось. Детский театр моды агентства «Новая звезда» готовился к показу коллекции «Винни-Пух». Для участия в этом показе модели отбирали толстеньких и не очень. Прошлой зимой полный состав агентства «Мистерия» уехал по контракту работать в Грецию. Им настолько там понравилось, что они до сих пор возвращаться не собираются и уже который раз продлевают свой контракт. Наша 15-летняя землячка Лиза Шмакова, модель агентства «Red Stars», не успев вернуться из Японии, уехала в Милан. А летом Лизу пригласили во Францию. Совсем недавно в Ростове появилось новое модельное агентство, основанное Наташей Витковской, которая, проработав несколько лет моделью и увидев модельный бизнес изнутри, решила открыть свое агентство под названием «Леди Икс». На День Святого Валентина во Дворце спорта состоялось выступление хищных девушек Кея. Своеобразной постановкой и необычными образами девчонки шокировали на следующий день и публику одного из ночных кафе. Режиссер требовал вести себя агрессивно. Я так вошла в образ, что и после показа мне хотелось зашипеть или царапнуть кого-нибудь. Только так, конечно, чтобы мне было больно. День добрый. У вас тут оружие продается?
раньше продавалось, но времена меняются, и сегодня магазин «Петершоп» предлагает вам новейшее музыкальное оружие. У нас широко представлены электроакустические гитары, профессиональная осветительная техника, синтезаторы, усилители и ударные инструменты ведущих фирм мира. У нас гибкая система скидок, гарантия, ремонт и бесплатная консультация. Вот это отличное ружье! Магазин «Петрошоп». Большая Садовая, 123, телефон 65-32-44. Ногой моделью никого не удивишь. А вот когда певица Аланис Морисет решилась раздеться перед камерой, злые языки сразу же зашептали. Она несовершенна. Вам следует знать, так называется одна из песен Аланис Морисет. Вам следует знать, что предпоследний альбом певицы разошелся по всему миру тиражом почти 28 миллионов экземпляров и стал самым большим по продажам альбомом в истории США. После его записи 24-летняя канадская звезда надолго отложила свою гитару в сторону, взяв тайм-аут. Как объясняла Морисет, она не хотела находиться под пристальным оком публики. Ею овладели обманчивые чувства и страхи. Но сейчас все это прошло. Певица провела месяц в Индии, посетила Кубу и даже соревновалась в триатлоне. И восстановила, наконец, свой внутренний мир. После мирового турне прошло еще полтора года. И недавно Морисет записала свой новый компакт-диск, а также выпустила видео. Многие песни на новом альбоме хранят намек на то, как бывшая заядлая наркоманка восстановила свой внутренний мир. А видео и обложка на диске даже предоставляют инструкции. Морисет вернулась на публику. И возвращение было такое, на которое отважатся немногие исполнители. В интервью на вопрос, почему на новом видео и на обложке диска она обнаженная, Морисет отвечает. Просто я хочу выразить, как я чувствую себя сейчас, став самой собой и не прячась ни от кого. На вопрос о прикосновениях она отвечает. Прикосновения соединяют людей. Мы все каким-то образом соединены. И когда люди отчуждаются друг от друга, они страдают. Теперь Морисет соединяется со своими поклонниками по всему миру. В конце января началось мировое турне певицы, которое продлится целый год. Вот и все. С вами была программа «Труба». Вместе с трубой была моя любимая Наталья Ефремушкина, пластун Владимир Рузанов, камера Эдуард Кичиджиян, Виталий Дидогрюк, режиссер Олег Афанасьев. Так что, если вы что-либо не успели рассмотреть, повтор в пятницу на 35-м канале Дон ТР. Компания «Инфоком». Все услуги по подключению к интернет и по размещению рекламы в интернет.